Всем привет, ребята, с вами Джов, и сегодня я хочу вам рассказать об одной очень интересной машинке. Многие из вас спрашивали: Джов, зачем ты катаешься на британских ПТ-САУ, зачем ты страдаешь на АТ-15, на Тортиле, стоишь под пятью артами и пытаешься там кого-то нагнуть? Ребята, на самом деле, все это преследует всего лишь две цели. Ну, во-первых, сделать гайды по этим машинам, а во-вторых, выкачать себе вот этот вот прекрасный агрегат. Топовая британская ПТ-САУ FV215-183 мне очень нравится, я катался на ней на тестовом сервере и понял, на какие просто чудеса она способна. Благодаря ее неплохой броне, благодаря ее неплохой динамике, благодаря ее башне, которая ворочается на 45 градусов вправо и влево, и благодаря, конечно, уникальным хэш-фугасам, эта машинка может быть таким нагибатором, каким мечтает, конечно, стать любой танк в нашей игре. Сегодня я хочу вам показать интересный бой на карте Мюнхен. У нас катает эту ПТ-шку герой Алекс23Рус. Ник нам как бы подсказывает, что это за игрок, но, несмотря на все предубеждения, в этом бою он сыграл хорошо. Это карта Мюнхен, бои 10 уровня, то есть одни десятки, по 5 арт, то есть бой обещает быть очень интересным. Хочется сказать, ребята, что эта ПТ-шка, это как и Яга Е100, и как, наверное, другие сильные стволы в нашей игре, это ПТ-шка позиционная, то есть в зависимости от того, насколько хорошо вы встали, насколько вы правильно встали на какой-то карте, от этого всего и зависит ваша игра. Вот подкатывается вражеская Яга, дамаг и минус 676. Почему же я сказал, что эта ПТ-шка имеет уникальный геймплей? Давайте посмотрим на ее фугасы. 275 пробития и 1750 урона. Таких цифр нет ни на одном танке. Вот сейчас смотрите, будет пролетать 121. Дамаг 1500, ребята. 1500 с одного выстрела. Какой еще танк может выдать такой дамаг? Ну да, Яга Е100 может выдать примерно похожие показатели, да, там у нее, по-моему, максималка 1300 с чем-то, по-моему, или 1400, где-то так. Вот, но все равно, это у этого танка минималка. То есть именно благодаря своим волшебным фугасам, вот этим вот хэш-фугасам, он может творить такие чудеса, которые не снились никакой другой ПТ-шке. Но есть, ребята, конечно, и минусы у этого танка. Во-первых, нельзя не отметить картонность брони. То есть лоб у нас относительно неплохой. 150 мм позволяет вытанковывать восьмерки, иногда девятки. Против десяток, конечно, плохо спасает. Есть башня. Башня неплохо бронирована, обещают 250, но мне кажется, что вот эти вот щеки и вот эти вот все надстройки, как какие-то непонятные штуки, как будто вообще на звездолет похожие, это тоже все должно, по идее, хорошо пробиваться. Еще, ребята, уязвимые точки – это бортовая броня. Бортовая броня у ФВшки очень печальная, там 50-70 мм, и арта эту ПТ-шку очень любит, и я думаю, вы сами, если играли на арте, не раз убеждались в этом. Вот выкатывается на центр батчат, хочет в кого-то пострелять, и смотрите, 1800 хп, выстрел, ваншот, просто ваншот, 1800 хп, был пацан и нет пацана. Вот на такие чудеса способен только этот танк со своими голдовыми фугасами. Вот так вот. Еще в минус этого танка, несмотря на все его многочисленные плюсы, можно записать слабое сведение и слабую стабилизацию. Я думаю, вы сами видите, как он ворочает башню и насколько сильно расходится прицел. Это все говорит о том, что разработчики решили вот так вот сбалансировать этот танк и сделать у него не очень хорошее сведение и стабилизацию, чтобы он не так уж сильно нагибал. Поэтому я еще раз повторяю, что это танк позиционный. То есть на нем не получится там с вертухана в щи раздавать и потом иметь какой-то профит. Долгая перезарядка в 25 секунд, долгое сведение заставляют нас играть очень, скажем так, мудро, медленно и умно. Вот. Просто стрелять, надеюсь, на русский авось на этом танке, не, ребят, не получится. Итак, что мы видим? Мы видим на карте, что пока что примерно силы равны, противники немножко доминирует. Смотрите, ребят, что сейчас произойдет с Маусом. А нет, сначала с Ягой, извиняюсь. Попутал поочередность слива этих прекрасных противников. 635, Яга уходит. Наш герой откатывается. Кстати, вот именно благодаря башне, которая может немножечко ворочаться вправо-влево, на этом танке можно танковать бортами. Потому что, видите, корпус начинается только вот тут вот, а это все борта. Итак, а теперь смотрите, что будет с Маусом, ребят. Маус выкатывается. Наш герой сначала думает выцелить бок башни, но она немножко довернута, поэтому, возможно, там будет не пробитие. Смотрите, НЛД. Выстрел. 1948 урона.
Маус загорается, и все. 2500 урона только что наш герой нанес с одного выстрела. ФВшка нанесла с одного выстрела 2500 урона, 1948 выстрелом, и все остальное то, что догорело. Вот так вот. Не знаю, тут, по идее, если бы играл я сам сейчас на этом танке, я бы тут рассказывал, как я умно становлюсь, как я там умно танкую. Но, блин, хочется просто радоваться этим выстрелам. Бой подходит к концу, благодаря вот нашей ФВшке, которая только что буквально-таки сваншотила два танка топовых врага. Союзники начинают давить, две семерки давят, одна через вот верх сейчас будет давить, одна вот там вот через мостик. Ну, а Алекс-23 Рус из клана ФТД едет просто на центр, чтобы там перекатиться и, как говорится, дать стране угля. И вот он выкатывается на Е100. Я бы, конечно, на его месте выцеливал бы бок башни, потому что он дает гарантированное пробитие. Но наш герой стреляет просто от бедра. Ему везет, он попадает в бок башни и не попадает в экраны. Кстати, ребят, насчет экранов. Есть у этих фугасов и минус. Любой экран или любая часть танка, которая работает как экран, будет сразу ополовинивать ваш урон. То есть, если ваш снаряд будет попадать в гусеницы танков, на таких танках, как Т-54, 121, там любые низкие танки с гуслями, которые закрывают борт, Т-57 Heavy и Т-110, ваш урон сразу ополовинивается. Если ваш снаряд попадает в экраны специальные, такие как ГВЕ, Яга Е100, Маус, просто Е100 и так далее, опять же ваш урон будет тоже ополовиниваться. То же самое касается ИС-3 и ИС-8, потому что фугас не будет пробивать, а будет просто взрываться на броне. И вот наш герой подкатывается, выцеливает в дючечку там между трупом и мостом последнего врага, ваншот сзади в корму башни, и все, в принципе, бой сделан. У нашего героя больше 10000 урона, у него 5 фрагов, он, конечно же, хочет воина, вот уже катится за какой-то одной из арт, но одну арту добирает Батчат, катится опять же за ГВЕ. Но и тут же Батчат не дает ему сделать воина и сам забирает воина. Итак, 92 тысячи кредитов, 1800 опыта. Что тут у нас? 10258 урона, 5 фрагов. У этого Батчата, который подсосал 2 фрага, как видите, всего лишь 2900 урона. Что для Батчата, ну, как-то очень уж мало, учитывая 6 фрагов и 2900. Такое ощущение, что он просто всех подобивал. А вот тут нас ждет нечто более интересное. Заметьте, ребята. 10 тысяч урона всего лишь за 8 выстрелов. Если вы смотрели мой вот по фошу 155, то вы помните, что для того, чтобы тому танку нанести там, по-моему, 12 и 11 тысяч урона, понадобилось немало выстрелов. Тут же всего лишь 8 выстрелов и 10 тысяч урона. Это еще один, не знаю, наверное, плюс этого танка, то, что каждый выстрел у него очень хорошо наносит урон. И то есть, по идее, очень хорошо окупается. Сам я на этом танке плотно не играл, но в будущем обязательно поиграю и сделаю для вас гайд. И надеюсь, что бои на нем будут такие же интересные. Потому что кататься я, конечно, буду только с голдой. Ну, ради этого я, собственно, его и качаю. Без голды он не так интересен. С вами был Джофф, надеюсь, этот бой вам понравился, надеюсь, вы узнали для себя нечто новое. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до следующего видео. Пока-пока!